Какими силами немцы прорвали фронт, товарищ Еременко? 150 танков и мотопехоты, товарищ Мальков. Член Государственного комитета обороны. Радиограмма из ставки Верховного главнокомандования. У вас имеется достаточно сил, чтобы уничтожить прорвавшегося противника. Соберите авиацию обоих фронтов и навалитесь на него. Мобилизуйте бронепоезда и пустите их по круговой дороге Сталинграда. Пользуйтесь дымами в изобилии, чтобы ослепить врага. Деритесь с прорвавшимся врагом не только днем, но и ночью. Используйте все артиллерийские и РЭСовские силы. Самое главное, не поддаваться панике, не бояться нахального врага и сохранить уверенность в нашем успехе. Сталин, 23 августа. Один полк дивизии НКВД, двиньте на защиту тракторного и выезжайте в часть. Слушайся. Произведите перегруппировку, как мы условились. Без шума, без крика. Положение серьезное, но не отчаянное. Едем, Александр Михайлович. Да, искать меня следует на северном фасе. Поднимайте народное ополчение. Мобилизуйте коммунистов, комсомольцев, рабочих. Надо любыми средствами отстоять город. Сколько у вас готовых танков? 60, товарищ Маленков. Пулеметы есть? 1500 танковых. Вооружайте ополчение. Есть. Thank you.
Товарищ Сталин сказал не поддаваться панике, самостоятельного врага, сохранять уверенность в нашем успехе. Многие из вас сражались здесь под руководством товарища Сталина в годы гражданской войны. Деритесь и помните, Сталина здесь нет, но он всегда с вами. Эти тяжелые дни люди Сталинграда не пустили противника в город и удержали северный участок фронта до прибытия регулярных частей Красной Армии.